Муфтия Дагестана передал Центральной больнице Бабаюртовского района жизненно необходимый пациентам кислородный концентратор. Первый заместитель муфтия лично посетил для этого больницу. Он встретился с главврачом и медперсоналом учреждения. В беседе с врачами богослов выразил благодарность за их героический труд, выдержку и стойкость. Рискуя своей жизнью, сегодня находитесь вот в таком сложной ситуации, но тем не менее, несмотря на это, вы спасаете жизни людей. За это вам огромное баракалла. Мы, все духовенство, все имамы всегда, особенно вот в эти дни, мы делаем дуа за всех врачей, за всех наших братьев и сестер. Все, что нужно, мы по тем сборам, которые фонд Инсан объявил, мы заказали. То, что пришло, сразу доставили. Также у нас, как я ранее говорил, и лекарства, и спецформа тоже едет. Их тоже доставим к вам. Все, что от нас зависит, что будем делать, будем рядом. Главное, себя берегите, родных и близких. Вам тоже большое баракалла за такую помощь. Конечно, нам надо сплотиться в такое время. И как-нибудь справимся, иншаллах. В рамках рабочей поездки представители муфтията также обошли поселковые магазины, в которых погасили долги за продукты питания первой необходимости, которые возникли у семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии. Вечером волонтеры благотворительного фонда «Инсан» организовали для медработников ифтар, накормив всех горячим пловом.